Ești destul de tinerică, ai trecut într-o relație care a durat mai bine de 2 ani, te-a cerut din nevastă și tu l-ai refuzat? Nu l-am refuzat, eu am acceptat. M-a cerut din nevastă în a doilea an de căsătorie, deja noi deja a început să... De concubinaj. Da, certurile frecvente începuse și eu mă gândesc că din frică că eu să mă piardă, ca să nu piardă relațiile, de ce ca să mă ceară în căsătorie? Am должна на кухне стоять, в принципе, и все. Что ворогозить, я не понимаю. Ты видишь ее в кебабе на кухне? Блин, мне кажется, это идеально ей подойдет. Каролина, ты афирми на анкету, что ты бухар, что у тебя есть апартамент, но не хочешь мой апарт. Апартамент у тебя апартинет в проприетате приватно, or мама? A muncit. Mama ne-a procurat apartament. Până acum mama o susține cu bani, da? Material. Și ea are nevoie acum de un papic. Ce vrei tu să înveți, să ajungi? Ce ai de gând tu cu viitor? Ну, развиваться в музыке в первую очередь. У нас мужик, и это и то, блин. А женщина что? Тем встречит поэзия, а мне будет деталь. Ну что ты затягиваешь? Скажи нормально. Разбежались и все, разошлись. Шампань, шиша, музыка тари, глуми, нот. Ну, пибань имей. Мне кажется, классное свидание. Мы с ним по кебабчику, по райончику, по троллейбузу. Не, у меня тут винкли. Да нормально, отыгрывай, я тебе говорю. Да кто? Нет, нормально, отыгрывай. Толик, можешь нормально отыгрывать? Я просил.